Запорожская атомная станция наша, она уже российская. Запорожье вошло в состав Российской Федерации. Да ладно, а по какой границе? А город Запорожье где? Запорожье тоже часть Российской Федерации, оккупированной. Чего, блядь? Украина. А когда они ее оккупировали? Оккупировали они. Город Запорожье когда был оккупирован? Украиной. А вот когда референдум был признан нашим центром сберкома, с этого момента они его юридически оккупируют. Что? Это что-то я даже не понял. Не, я объясняю. Да, объясняю, да. Запорожье было частью Украины. Да. Да? Значит, украинское правительство контролировало все время. Да. Да? В какой-то момент Запорожье проголосовало за Запорожскую область, за то, чтобы присоединиться к России. Нет, секундочку, там меньшинство было. Потому что эта часть Запорожской области никогда не была под Россией, как город Запорожье. Она никогда не была под Россией. Поэтому... Но Запорожской, большей частью Запорожской области проголосовали за то, чтобы быть частью России. Да? И с этого момента, как было признано, это Запорожье кем? Стало частью кем России. Признан? В Российской Федерации. Дядя Петя, ты дурак? А если сегодня мы объявим о том, что город Мехико тоже принадлежит, потому что там много русских, или Аргентине там пришел этот парень, это будет тоже оккупация аргентинцами Аргентины? Вы не понимаете, это другое.